Друзья, это третья или четвертая часть видео 27.02.2023 год. Значит, видео называется «Что необходимо для успеха?» Или «Стороженко Владимир в деле?» Или, допустим, «Как пробить стеклянный потолок в финансовом успехе?» Да? Смотрите, я сейчас записал 27 февраля 2023 год. Видео про бизнес. Я там в костюме, в галстуке, там схемы показываю про финансовую программу Be Free. Деньги на каждый день и финансовая программа Be Free. Деньги на мечту. И я там очень долго говорю, что я так и не провел за крайние 8 лет, чем я занимался, водопровод в свой дом, да. И вот мотивы, да, для чего вам деньги? Для успеха должны быть мотивы. Только такие мотивы, вот как, я извиняюсь, такие креативные сравнения, как в туалет. Вы хотите, да, допустим, вот вы хотите в туалет, готовы даже за угол сходить. А вот деньги нужны, очень сильно нужны. Поэтому вот я сейчас записываю видео, я должен 700 было литров воды набрать, а наберу только 250. Но я, получается, вот сейчас ребята на микрогрузовике едут, меня должны подхватить. И получается, что я пожертвовал водой, придется мне потом в рукопашную, но зато записал видео, там 38 минут долго объясняю, да, почему люди не слышат и что надо сделать, чтобы люди слышали, да. И получается, на час там, допустим, и сколько-то минуток, почему происходит. Что хочешь? Только это, в бачок, чтобы не попало мне. И получается, вот сейчас как раз, смотрите, вот я сейчас по рабочей одежде, но это еще не самая худшая моя одежда, потому что я не одел фартук брезентовый, не одел сапоги от химической защиты, да, не одел резиновые перчатки, как я это делаю, когда я набираю 900 литров или 700 литров, да. А тут всего лишь ребята говорят, сколько успеешь набрать, так мы тебя и подхватим на грузовике, а так мне придется это в рукопашную все возить, да. Вот опять же, мы всегда делаем приоритеты. Как Радислав Гандапас говорит, мы между рисками, да, вырабатываем стратегию по жизни. И чтобы заработать благо для жизни, или, как модное слово, ништяки. Вот как раз такое видео получилось. Не получилось мне как бы рассмешить вас, как я на веревке вожу, несу 14 вот таких канистр по 30 литров, 8 канистр по 20 литров и вот 3 бачка по 50 литров и 2 бачка по 35 литров, да? Вот, ну обычно это там, я говорю, больше 700 литров у меня получается. И ребята на работе по грузовике, на микрогрузовике едут, меня подхватывают. Но зато, друзья, я записал шикарное видео, где я благодарю своих наставников, почему я такой как бы креативный, успешный в системе рекомендаций, такой менеджер. Почему у меня появился дар координатора сопровождать людей, и тем людям, которые не интересно углубляться в тему, просто поверхностно занесли денег, да, а я уже как координатор слежу за этим всем процессом, потому что я тренированный 26 лет. Значит, потрудитесь посмотреть видео, я его подумаю, как его назвать. Ну, Стороженко Владимир, 27.02.2023 год. Что-нибудь связано будет или что не хватает для успеха, или, ну, не хватает для успеха правильно стартовать. Вот я 120 часов, можно сказать, не спал, 5 суток. Вот сегодня на работе 4 часа поспал, потому что на улице тепло, надо было заглушить котел. Вот, машинистом котла работаю, утром его разжечь, ну, позволяет погода. И я вот поспал за крайние 5 суток, ну, 4 часа сегодня полноценных, ну, еще там, может, по 20 минут где-то прикурнул. Вот я это, ну, я там рассказываю в цифрах, показываю графики, показываю цифры, показываю стратегии, показываю, почему нам не помогают. Я сейчас не буду долго об этом углубляться, потому что я там все подробно рассказал. Просто привлекаю внимание, смотрите. Потому что сейчас вот реально должны подъехать ребята, и они меня ждать не будут. А у меня просто вот
физиологическая потребность набрать воды, чтобы потом в рукопашную их не тянуть, потому что у меня скрюченные пальцы плохо работают. Но я там все объясняю. Смотрите мой YouTube-канал, если сбивчиво объясняю, понятно, сбивчиво объясняю. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Но это мой выбор. Устроить было сегодняшний день так, как он устроился. По большому счету, те видосы просто стоят, я не знаю, сотен тысяч долларов. То, что я там сказал сейчас. И то, что вот я сначала записал 38 минут, очень подробно, но отключился телефон, карта памяти, потом поставил флешку 128 гигов новую. Хорошо, у меня самсунговская флешка всегда в паспорте 128 гигов, потому что в тайге бываю, там и много где бываю, много чем занимаюсь. 26 лет в сетевом маркетинге, прошел путь от консультанта-продавца до руководителя агентства, до зампредседателя совета лидеров компании на Дальнем Востоке. Вот. До выступления на телевизора защищал честь сетевого маркетинга на уссурийском телевидении. Сетевой маркетинг – это возможность или лохотрон? Вот меня пригласили на телевидение выступить. Я там выступил там в костюме с орденами сетевого маркетинга. Там все как надо. Отстоял честь сетевого маркетинга на день сетевика. Знаете, да, там последних, там, по-моему, выходные ноября. Что-то это было 20 ноября, там, да, или предпоследние выходные ноября, день сетевика. Но вообще это профессия в реестре. Но я вам там говорю, сейчас вот я флаг свой развернул и бегу на баррикады осчастливить себя и осчастливить людей. Финансовая свобода, финансовая программа Be Free. И там еще я провожу такой параллель, что... Я когда с тайги вернулся, шишковали, мы там елки пилили, я нарвался на ролик, там, оказывается, рекламировали эти брокерские счета. Там надо заносить $250, а потом там учат, как на это, трейдером быть и на площадках работать, да. Но я подумал, что это мошенники. А там был видос такой, что успешный человек бежит на пробежке, или я там белый лабрадор, собака, там жена красавица его встречает с чашкой кофе на ступеньках коттеджа. Говорит, ты со мной в Париж, там мне надо по шопинг. Он говорит, нет, я к тебе потом присоединюсь, у меня несколько есть счастливчиков, в которых я решил вложиться. И я сейчас летаю там на своем вертолете. Вот ребята приехали за мной, как я и говорил. Сколько успел набрать, то все мое, остальное в рукопашную. И понимаете... И потом он стучится, садится в вертолет свой, прилетает в спальный район, стучится в коммунальную квартиру там. Женщина открывает, и он говорит, я вас выбрал вот на вас апробировать там, допустим, матричную систему. Ну, в нашем случае, ну, там вот другое апробировал. И вот она стала успешная, да. Или там парня на улице встретил, в кафе с ним сходил и говорит, давай апробируем мою программу, которую я придумал. Ну, скажем, допустим... Ну, другая программа, ну, скажем, программу Be Free. Понимаете, ну, мы же не верим. Юрок, помоги закрутить, а, пожалуйста, крышки, а. И получается, что нам делают предложение, но есть же люди, которые летают бизнес-классом, есть же люди, которые ездят на джипах, да. Но они же что-то в этой жизни поняли, они же что-то как-то организовали. Вот, пожертвовал я, Юрок, 700 литрами, набираю 250, зато видосы записал. Держи. Вот, спасибо. На первое время хватит, но это того стоило. И вот, друзья, я о чем говорю? Мы же не верим в эту фантастику, считаем, что это мошенники. Потом я вот общался с этими ребятами, они говорят, Владимир Владимирович, ну мы вас научим акции покупать, продавать. Ну для меня это было как бы немножко трудновато. Ну а кто-то же работает на биржах, да? Кто-то же все это умеет делать. Поэтому, друзья, здесь не биржа, здесь касса взаимопомощи, разрешенная 135-м законом Российской Федерации, да, о пожертвованиях, о кассах вознаграждения. Посмотрите профессора Катасонова, экономиста и эксперта российского, по, вот он и говорит про край, чайзинг, да. Проанализируйте возможности в интернете, это деньги в интернете. Здесь семиместная, не делящаяся, интегральная матрица. Интегральная – это значит прибавляет и умножает, а дифференциальная – это отнимает и делит.
Поэтому да, я понимаю, что многие запопадали. Здесь вот ребята работают, которые запопадали в предыдущих матрицах на 100 тысяч долларов. Но мне повезло, на меня обратил внимание, увидел мою работоспособность. Она говорит: Владимир Владимирович, это дар, работоспособность. Вот я 120 часов почти не спал, только 10 часов поспал. И то сегодня только 4 часа, львиная доля. И стартанул. Заинтересовал очень многих людей. Я вот на видео на этом 27.02.2023 показываю все свои схемы, инструменты, которыми я пользуюсь. Но опять же, друзья, это бизнес. Никто не обязан делиться своими секретами. Закон разрешающий есть? Есть. Алгоритм есть? Есть. Система работает? Есть. Что, Юрок, грузим? Давай я буду грузить, а ты вот эту канистру набери. А то Тимофеич уже как бы это торопится. А я погружу сам. Ну все, друзья, мне надо грузиться. Вот по минимуму пожертвовал водой. Зато написал вам видосы. Все, значит, друзья, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, плюс 7-914-974-45-45 голосом. Я специально показываю отравную точку, что денег я еще не заработал на воду. Вот думаю, что в компании BeFree я заработаю. Все, помогай Бог. А то сейчас ребята начнут материться, портить мне видео. Вот так работает окружение, друзья. Не пускают нас к счастью. Говорят: Вован, работай с нами, кочегаром. Работай на лопате, коси траву. А то вдруг разбогатеешь, действительно, да? Как мы без тебя, друзья? Я вам желаю верных друзей. Чтобы у вас в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспективы во всех сферах жизни, верные друзья и доходы. Чтобы деньги приходили к вам попроще. Там, значит, есть в BeFree программа $30, $75, $150. Я начал со $150. $300, $900, $2700, $8100. Там все это по кругу закручивается. Смотрите, самое главное еще скажу, что вам деньги, если вы попали под работоспособного наставника, как я, который пойдет до конца, да, вам надо посмотреть вот несколько тандемов из несколько видео моих крайних на YouTube-канале. Ну или звоните, я вам пришлю в Telegram, в чате. Я работаю со всеми часовыми поясами. И получается, что... мысль-то потерял. Получается, что, смотрите, вы деньги не потеряете. Это я могу просто в вас ошибиться, да? И получается... Поехали, Юрок. И получается, что мне придется за вас работать. А здесь на начальном этапе даже двух приглашенных, ну, надо, но вышестоящие наставники решили лояльно к этому подойти, да? И дать вам пару кругов, получить деньги... Даже если у вас не получится пригласить людей, да? И получается, что вы не страдаете. Страдает только наставник, которому придется за вас искать своих людей. Но тоже как бы плюс. Давай бур закроем. Плюс в чем? Что эти люди, там, допустим, если человек любит людей и приглашает, то они помечаются системой BeFree, этой семиместной матрицей, не делящейся, как ваши люди. И они идут за вами по всем этим матрицам. Тимофеевич, спасибо. По всем этим матрицам идут эти люди за вами по всем этим матрицам. И получается, что те люди, которые попадут в ваши места, и они просто счастливчики, потому что вы же трудяга, рабочая лошадь, я рабочая лошадь, да? И они идут змейкой, там без разницы, правая сторона, левая сторона, не так, как в бинарах, не так, как в тринарах, да? И получается, просто им повезло. Но, чтобы не обещать лишнего, получается, смотрите, те люди, которые не попали в ваши матрицы, у них свои матрицы, у вас свои матрицы, вы потом разлетитесь, но вы всегда своим временем, 24 часа, как вот Татьяна Николаевна Булавина, да, из Челябинской области, мой наставник, она 5 суток со мной была на связи. Я работал сутками, да, захватил 3 смены, сутки через сутки работаю на лопате, машинистом шикарного отеля. Но я специально в этом отеле работаю, в этой гостинице, потому что там клиенты от Находки, от Владивостока до Якутии, до Екатеринбурга, до
Ижевска, даже с Москвы были. И я по-тихому, ну раньше я к ним приставал,